ежегодно от неправильной диеты в мире умирает примерно 1,5 миллиона человек. Одной из самых опасных диет считается диета с активированным углем. Она вызывает микроэрозию кишечника и огромные разрушительные последствия для человеческого организма. Как же нам не стать жертвой опасных методик? Я хочу просто провести расследование на эту тему. Давайте сейчас мы посмотрим на экран. И здесь мы видим Аллу Борисовну Пугачеву. Красивую, стройную. Посмотрите, пожалуйста, как она прекрасно выглядит. Кто-нибудь из вас слышал когда-нибудь о диете Аллы Борисовны Пугачевой, о которой сейчас очень активно говорят в интернете? Узнала о диете Аллы Пугачевой и решила сбросить пару килограмм. Но на разных ее сайтах и блогах предоставлены разные методики. Где-то предлагают пить в больших количествах активированный уголь, где-то за большие деньги у них купить же концентрированный. Также предлагают купить диск с 25-м кадром, который снижает тягу к еде и также вес. Вот помогите, пожалуйста, разобраться, что же все-таки лучше, чтобы деньги не зря были потрачены. Спасибо вам большое. Я хочу к нашему расследованию подсоединить врача-диетолога Лидию Ионову. Здравствуйте, пожалуйста, Лидия. Здравствуйте, Дарья. Вот посмотрите, какая у нас сложилась интересная ситуация. Звезда, которую любят и которой верят абсолютно все, предлагает какой-то концентрированный активированный уголь, 25-й кадр. Действенны ли это методики? Что это вообще такое? А диета с активированным углем, вот вообще ее, вы знаете, даже видите, вот не, у нас нельзя назвать диетой. Почему? Потому что это прием препарата, и при этом нет никакого изменения в питании. Причем предлагается принимать этот препарат в огромных количествах. Одна таблетка на 10 килограмм веса. Лидия, извините, пожалуйста, правильно ли я вас поняла? То есть я ем жареную картошку, свиную отбивную, кусок торта, а потом вот я с моим весом 45 килограммов должна слопать 5 таблеток активированного угля. Абсолютно. И буду худая и стройная? Конечно же нет. Разумеется, это мало того, что неэффективно с точки зрения снижения веса, это еще и очень вредно для организма, потому что любое заболевание желудочно-кишечного тракта является противопоказанием для приема таких грубых адсорбентов, как уголь. То есть состояние, например, человека, который страдает хроническим гастритом, да, хроническим колитом, оно может ухудшиться. Но это простой активированный уголь. А вот у нас есть концентрированный уголь. И более того, у нас есть раствор из этого концентрированного угля. Вот это, наверное, есть вредно. Это таблетка. А если я выпью вот это полезно. Это же просто жидкость. Чем более концентрированный уголь, неважно в каком виде, в виде таблетки или в виде раствора, тем больше вред. Потому что, представляете, адсорбент, он не выбирает, что притягивать, что он от себя адсорбировать. И помимо того, что человек недополучает необходимых ему питательных веществ, он адсорбирует все витамины, все минералы, все незаменимые факторы питания, которые должны присутствовать в диете нормального человека, если он хочет быть здоровым. И это способствует, конечно же, развитию заболеваний. Вы знаете, мои дорогие, Алла Борисовна очень умный человек. Более того, она очень порядочный человек. Я что-то сомневаюсь, что она бы рекомендовала какую-то вот такую диету и, более того, предлагала бы что-то у нее купить. Поэтому мы решили позвонить в пресс-службу Аллы Борисовны и спросить, вот это правда, да? Сейчас мы услышим, что нам в пресс-службе ответили. Вся достоверная информация находится только на официальном сайте Аллы Борисовны. Любая другая информация, которую вы можете встретить в интернете, в том числе так, на так называемых официальных блогах, там, Алла Борисовна не имеет к этой информации никакого отношения, соответственно, указанная информация является подложной. И размещается, наверное, видимое соображение обманом потребителей. Вот что я могу сказать как адвокат. И еще раз хочу подчеркнуть, что никаких рецептов и диет Алла Борисовна никому не предлагает. И тем более не продает. Если вы хотите что-то узнать об Алле Борисовне Пугачевой, вам нужно зайти на ее единственный официальный
официальный сайт. Там проверенная информация. Все вот эти диеты, которые от имени Аллы Борисовны или от имени других звезд, вся диета красоты от Дарьи Донцовой, которая существует в интернете, это неправда. Я к ней тоже не имею абсолютно никакого отношения. Очень печально, если люди на самом деле верят в это и всем этим пользуются. Дарья, никакая диета невозможна без изменения рациона питания и без изменения образа жизни. Поэтому в первую очередь врач должен назначить эти процедуры. Он должен подобрать то питание, богатое углеводами или, наоборот, исключение углеводов, богатое белками. И, соответственно, изменить образ жизни. Что же в отношении диска с 25-м кадром? Наше зрение воспринимает только 24, когда идет кинолента. Но существует такое мнение, что есть 25-й скрытый кадр, который мы не видим, но который воздействует на наше подсознание. И мы его воспринимаем и делаем все, что показывает 25-й кадр. Ты похудеешь, говорит 25-й кадр, и я на утро. Хорошо. Стройна, как балерина. Это правда? Конечно же, нет. И существует официальное заключение о неэффективности 25-го кадра. Поэтому, ну что я здесь могу сказать? Я очень хочу разочаровать тех, кто хочет съесть кусок торта, потом закусить таблеткой и стать стройной. Так не бывает. Только спорт и диета сделают вас стройными и здоровыми.